красное и белое, красное и черное, белое и черное. Ну, в общем, Стендаль отдыхает. А вот тут, ну как же она не удержалась? Я боюсь, что действительно, уважаемые телезрители, тем, кому нравится эта пара, вам придется за них активно голосовать, чтобы помочь ребятам подправить свое турнирное положение. Не встаешь на ноги, да? Ничего, не расстраивайся. Я пыталась встать, и два раза пыталась. У нее почему-то, знаешь, стало уходить внутрь. Ты раньше раз так брала и вот туда в длину, а сейчас почему-то внутрь стало так чуть. Юлия Ковальчук, Роман Костомаров, оценки за технику. Да витаминчики 5, 9, было 5, 9, брать у врачей. 5,9, 6,0, 5,9. Средний балл 5,92. Оценки за артистизм. 6-0, 5-9, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98. Общий балл 11,9. Будем брать пиротехник. Михаил Сергеевич, почему такие оценки? Тысячи чертей. Тысячи чертей. Дело в том, что тут 999 чертей. Поэтому оценка такая. А чего-то? Одного черта не хватило. А чего не хватило вам, Клара Борисовна? Не расстраивайся, у нас не бывает. Ну, ужасно обидно. Я так расстроилась в это падение только потому, но пластика такая острая, пара красивая, совершенно соответствующая музыке, настроению, современная. Ну, я в восторге совершенно от этого номера. Ну, что поделать? Ну, есть же какая-то объективная вещь. Мне очень жаль вот этой десятой. Татьяна Анатольевна. А, Антон. Да, Антон, у тебя самый высокий балл. Я, конечно, тоже заметил, что был срыв, но я абсолютно спокойно могу объяснить свою оценку. Во-первых, на мой взгляд, ребята – лидеры проекта. Во-вторых, который раз супер номера, пластика, движение, катание, элементы. Ну и в-третьих, номер стоил 6,5, и я снял 0,5. Антон, это ведь очень много. Очень много за падение. Поэтому такие оценки. Ира, он прав. А почему он тогда прав. У вас 5,9, Татьяна Анатольевна? А потому я не права. Я не права, но ты знаешь, что я хочу сказать? Юля, ну ты даешь! В начале, какой элемент? Элемент суперсложности. Вообще, я уже забыла про то, что про страх какой-то. Вы так танцуете. Завораживающе. Жалко, конечно, что эта ерунда произошла. Ты просто должна давить на его ботинок сначала, а потом уже отодвигаться и брать свою ногу. Сначала давить, а потом... Это техническая вещь. Не замечаешь ни времени, настоящий, интереснейший красиво, номер. Все в свете было, поставлен очень на красиво, эту прекрасную все. Музыку. И, ну, очень здорово. Нет у меня просто слов. И Ромочка... Это все по тебе. Я восхищаюсь тобой каждую неделю, честно. Вы, безусловно, лидеры проекта. Ковальчук, молодец. Не ошибайтесь больше. Татьяна, может, попросим небольшую, да, еще раз. Еще раз. Ребята, давай спокойно сделай, спокойно. Опирайся на ботинок сильно. Так жалко. Сначала на короткой руке. Она просто разволновалась ее. Спокойно сделай, встань. Вот так. Ром, скажи.
скажи, пожалуйста, ты расстроился из-за такой ошибки? Все-таки это, в общем, достаточно досадно, ведь оно же получалось у вас. Ну, я расстроен, но сейчас все в порядке. На самом деле, все равно, как бы, я горжусь тем, что у меня такая партнерша, которая действительно очень способная, и с ней интересно работать. Вот о чем хочу вас спросить. Сейчас выйдет пара, ваши дуэлянты, и, конечно же, то, что у вас сегодня не 12-0, это ситуация из рук вон выходящая, да? Но, тем не менее, для них это шанс. Что пожелаете Галустяну с Леной Бережной? Воспользоваться этим шансом. Вот, потому что, на самом деле, это моя, наверное, самая любимая пара. Они очень искренние, они очень веселые, и у них, правда, очень зажигательный номер. Тем более, что второго такого шанса вы никому не дадите. Да не, на самом деле, даже ничем пользоваться не надо, просто нужно так откатать, как они действительно этого могут. Зажигательно, задорно, и все у них получится тогда. Поэтому даже не нужно смотреть на то, какие у других оценки, просто нужно делать самим. Дайте мне обещание, что вы сегодня не расстроитесь. Мы вас очень любим! Спасибо большое, удачи! Рома, я горжусь тобой!